Оштрафовали и запретили писать в сети. Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу вынес обвинительный приговор камчатскому блогеру Владимиру Ефимову по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. По данным информагентства «Масс-Медиа Ньюс», Ефимов приговорен к штрафу в 250 тысяч рублей. Но с учетом срока содержания под стражей, а также времени пресечения в виде запрета определенных действий, штраф смягчили до 200 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил Ефимову доп. Наказание – запрет на 2 года администрировать сайты и делать публикации в интернете. В пользу государства конфискованы ноутбук и смартфон блогера, с которых он писал свои посты. Весной прошлого года Владимир Ефимов был привлечен к административной ответственности по делу о публикациях, дискредитирующих использование вооруженных сил РФ. Тогда блогер заплатил более 60 тысяч рублей штрафов за посты на своей странице в соцсети. За повторное привлечение по этой административной статье в течение года он попал уже под уголовное дело. Санкция статьи, которую ему инкриминировали, предусматривает до 5 лет колонии.